Всем привет, ребята, на связи Грим Оптимист, и сегодня я хочу вам рассказать про одну крайне странную и причем скрытую акцию от ВГ. Когда я про нее узнал, я поначалу подумал, что это фейк, если честно, но потом пообщался с людьми и вроде как нет, вроде как правда. Во-первых, самое такое, наверное, зловещее, да, во всем этом, то, что данная акция доступна не всем, а только избранным. Причем непонятно, по каким критериям они выбираются, но насколько я понял, по крайней мере так написано на WordExpress, что шансы примерно 5%, то есть, грубо говоря, каждый 20-й только получает такую возможность. У него появляется в ангаре вот такое сообщение о том, что для вас есть специальное предложение, если он на него нажмет, открывается окошко, в котором написано то, что вы можете приобрести командира СССР с одним, либо с двумя прокачанными навыками, ну перками, то бишь, да? И если ты жмакнешь далее на ссылочку, тебя перекидывает на официальный сайт ВГ в раздел спецпредложения премиумного магазина, где написано то, что командир с одним перком стоит там 600 с копейками рублей, а с двумя перками 1700 с копейками. 1700, ребята, за командира одного. И вот тут чёт я как-то был удивлен. Во-первых, это не стиль ВГ, то есть это не похоже на них. Я не помню раньше таких вот вещей, да, от этой компании. То есть, конечно, ВГ никогда не была компанией с дешевым донатом. Да, донат был всегда дорогой, но он, по крайней мере, был, знаете, какой-то вот такой, ну, открытый, что ли. То есть, премиумные танки, да, там, премиумный аккаунт, валюта, да. То есть, ну, как-то все прозрачно и спокойно. На баланс особо никогда не влиял донат. Ну, в какой-то степени, конечно, влиял, но не в большой. Ну, да, было дорого, но, по крайней мере, как-то вот не создавалось впечатление, что... Прямо вот есть какие-то вот такие уникальные преимущества, да, которые можно купить. Ну, так или иначе, потому что те же снаряды за голду можно и за серебро купить. То есть, ну, не было вот такого ощущения. Тут командира с двумя навыками уже продают. Ребят, это зашквар, так-то если что. Ну, не жесткий, конечно, зашквар, но немного есть. Потому что командир с двумя перками это реально преимущество. Потому что, ну, вы же понимаете, что одно дело, когда ты сам ручками качаешь, а другое дело, когда уже все готово. Танк за свободку открыл, командира купил, и все, как бы, знаете, даже играть не обязательно. И что-то как-то, ну, немножко пригорело у меня с этого, вот если честно. Во-первых, я не понимаю, почему эта акция доступна только избранным. Видимо, для того, чтобы как раз-таки огласки не было, может быть, я не знаю, или для каким-то другим причинам. Это мне не ясно. Во-вторых, я считаю, то, что данная акция вообще, она, ну, какая-то, с какой-то гнильцой, что ли. Я не знаю, как это объяснить, мне не нравится она. И в-третьих, цены, ребят, ну, 1700 рублей, вы что... Совсем, что ли? Не, ну серьезно. Я не скажу прямо, что у меня бомбит вот так прям сильно, да, с этой акцией. Все-таки это, ну, не так страшно, но просто какие-то тревожные, ребят, звоночки. Может быть, вы еще женские экипажи начнете продавать, я не знаю, или еще что-нибудь. Или, может быть, а почему с пятью перками не продать экипаж, а? Тысяч за не знаю, за 10. То есть как-то вот счет напрягло, ребят, вот серьезно. Сейчас, конечно, многие скажут, опять Диме не нравится, все, он ноет. Ну, ребят, ну... Среди вас есть люди, кому нравится вот эта вот акция, нет? Я что-то сильно сомневаюсь, что у вас много, даже если кому-то нравится. От себя бы хотел посоветовать ВГ, особенно их пиар-отделу. Ребят, не надо перенимать какие-то не самые лучшие вот такие акции у ваших даже не конкурентов, а коллег. Потому что для меня ВГ всегда вот именно была как бы... Компания, которая не вытаскивает из людей бабки вот всякими, знаете, такими грязными способами. Тебе говорят, вот, хочешь играть на десятках, покупай прем 8 левела, да, желательно. Хочешь быстрее качаться, покупай прем. Ну и как бы все, то есть по большому счету, все остальное там, ну, фигня. А тут тебе говорят, вот тебе командир с двумя перками, качать не надо самому, уже все готово, сразу и лампа есть там, и, да, и все, как бы, только бабки принеси. Ну некрасиво, ребят, серьезно. Пишите в комментариях свое мнение, я вам рассказал свое личное мнение по этому вопросу, мне не нравится. Я против подобных акций, надеюсь, что ВГ больше такого делать не будет. Всем до скорого и всем пока.